Казанском федеральном университете проходит итоговая научная конференция. В ней приняли участие сотрудники Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. Традиционно после зимней сессии в Казанском федеральном университете проводятся итоговые отчетные конференции, где сотрудники различных кафедр представляют свои научные работы и подводят итоги работы за полгода. Сезон научных итоговых конференций стартовал в Институте социально-философских наук и массовых коммуникаций. Во втором учебном корпусе КФУ состоялся семинар, организованный сотрудниками кафедры социальной и общей философии. В рамках вот этой большой конференции теоретический семинар. У нас сегодня всего два доклада, но они очень интересны, потому что они сделаны по статьям, которые наши преподаватели опубликовали в журнале «Философия и эпистемология науки». Доклады секции были посвящены такой теме, как «Научная добродетель». В качестве спикера на конференции выступил заведующий кафедрой социальной философии Артур Каримов. Человек, который занимается наукой, он должен обладать такими интересными качествами, как, допустим, научное смирение, научная скромность, научная честность и так далее. Итоговые научные конференции продолжатся как в Институте социально-философских наук и массовых коммуникаций, так и в других институтах Казанского федерального университета. За новостями с научной конференции вы можете следить на нашем телеканале. Роберт Хасанов, Фарид Захитаглы, Универньюз.